О чем шумит Америка из студии во Флориде, расскажу самые заметные события за последний час. И вот о чем в выпуске. Природа ударила по Америке. Катастрофические разрушения в Небраске, Техасе, Айове. Охотники за торнадо залили жуткие кадры. На всей этой улице внизу нет ни одного дома. Дальше по улице тоже нет домов. Просто все это заняло примерно 5-10 минут. Это так ужасно. Это планета обезьян какая-то. У них даже веки двигаются, чего я никак не ожидал. Мартышки верхом на лошадях перепугали жителей Калифорнии. В Сан-Франциско ужесточен контроль за превышением скорости, где будут караулить шумахеров. Голый круиз. Нудисты организовали тур по островам вокруг Майами. Отчалит из Флориды уже в начале следующего года. Кошка из Юты залезла в коробку возврата для Amazon и отправилась в путешествие по штатам. Мурку спас вшитый в нее чип. Власти Нью-Йорка решили разгрузить центр города с помощью платы за пробки. Сколько будет стоить постоять в трафике? Рейс «Дельта» из аэропорта Джона Кеннеди в Лос-Анджелес вернулся в Нью-Йорк. У лайнера отвалился аварийный трап. Следите за новостями всех 50 штатов. Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и комментируйте репортажи. Даже если вы проживаете за пределами Соединенных Штатов, мы все читаем. Выпуск начну со срочных сообщений. Местные телеканалы в Техасе, Небраске и Айове, как охотники за торнадо, в прямом эфире следили, как природа рушит все подряд. Сразу несколько штатов накрыла непогода, есть серьезные разрушения. Информация по жертвам обрабатывается. Миллионы американцев сегодня вечером находятся в центре внимания, в том числе и мы, в Канзас-Сити, штат Миссури. Вы можете видеть, что здесь начинают усиливаться порывы ветра. Между тем, в других штатах уже произошло несколько торнадо, оставивших после себя следы разрушений. Торнадо и разрушительные грозы пронеслись по центральной части Соединенных Штатов Америки и будут продолжать угрожать жизням и имуществу более чем в дюжине штатов в течение ближайших часов. Появились новые кадры, на которых запечатлен зловещий вид торнадо в северном Техасе, недалеко от Райса, примерно в часе езды к югу от Далласа. Кратковременный торнадо был запечатлен на камеру, когда он приземлился над открытыми полями, к счастью, не причинив никакого ущерба. Однако появились сообщения о разрушениях в различных частях северного Техаса, вызванных возможными торнадо и сильными ветрами, сеющими хаос в регионе. На всей этой улице внизу нет ни одного дома. Дальше по улице тоже нет домов. Просто все это заняло примерно 5-10 минут. В Эбботе, небольшом городке к северу от Уэйка, поразительные изображения показывают перевернутую фуру на шоссе. Это свидетельствует о разрушительной силе шторма. Инцидент произошел после возможного торнадо, прошедшего через этот район, оставившего после себя разрушительный след. Это так ужасно. Это случилось. Жители центральной части Оклахомы проснулись от воя сирен торнадо и обнаружили, что часть крыш была выброшена на улицу и даже на машины, стоявшие поблизости. По воздуху летали большие куски мусора. А вот жители Калифорнии были перепуганы совсем другим зрелищем. Бегуны и туристы на Крисси Филд в Сан-Франциско были ошеломлены, увидев трех персонажей прямо из фильма «Царство планеты обезьян», скачущих на лошадях по пляжу. Актеры в гриме действительно скакали по северной окраине Президио, туда-сюда, по пешеходной набережной на фоне моста «Золотые ворота», служившего фоном во время съемок рекламного ролика фильма «Уэс». Блокбастер выйдет в кинотеатрах 8 мая. У них даже веки двигаются, чего я никак не ожидал. Но да, это был довольно приятный опыт. Прохожие, охваченные смесью замешательства и веселья, бросились запечатлеть эту сюрреалистическую сцену на свои телефоны. Необычное зрелище является частью тщательно продуманного маркетингового трюка по продвижению «Царства планеты обезьян», четвертой части перезагруженной научно-фантастической франшизы. Ранее на этой неделе та же маркетинговая тактика была использована в Лос-Анджелесе, где три обезьяны были замечены верхом на лошадях в Венес-Бич. Ну и Сан-Франциско есть более серьезная новость. В некоторых районах города грядут новые меры по борьбе с шумахерами, гонщиками. Согласно новому плану, полицейские будут сосредоточены на 10 самых опасных перекрестках города. Среди проблемных перекрестков, на которых сосредоточат внимание офицеры, улица Мессия, 9-я улица в южном районе Маркета. Один из работников магазина сказал, водители имеют тенденцию проезжать на светофор при повороте направо на Мессию. Еще один проблемный перекресток
перекресток, который должен привлечь больше внимания полиции, это улица Маркет и Октавия на съезде с шоссе 101. По данным полиции, с января 2022 года на этом перекрестке произошло 13 аварий, больше, чем на любом перекрестке в городе. По данным полиции, усилия по обеспечению соблюдения правил дорожного движения уже начались и будут продолжать усиливаться, особенно на 10 перекрестках, выявленных департаментом. Согласно плану, составленному начальником полиции, на 32 страницах копы будут делать то, что департамент называет «волнами правоприменения», которые будут включать патрулирование улиц. За последние 2 года на каждом из перекрестков произошло как минимум 10 аварий. В Майами обеспокоены новой тенденцией. Туркомпании уже не знают, как загнать людей на круизные лайнеры. И вот, кажется, нашли новое решение. В следующем году от Флориды отчаливает корабль нудистов. Будет ли спрос на такое предложение? Новым круизом для обнаженных людей станет круизный лайнер Norwegian Sky, отправляющийся из Майами. Путешествие 2025 года будет 10-дневным. Корабль пройдет по Карибскому морю с запланированными остановками, включая Багамы, Пуэрто-Рико и Сент-Люсию. Тур запланирован с 3 по 14 февраля. В соответствии с маршрутом круиза на протяжении всего путешествия будут запланированы мероприятия без одежды, включая дни на нудистском пляже, на частных островах и дни нагишом на палубах. Но в соответствии с политикой круиза на борту также будет соблюдаться надлежащий нудистский этикет и другие правила, которые включают запрет на фотозоны вокруг бассейна и танцевальных площадок. Туристическая компания рекомендовала пассажирам брать с собой какую-то повседневную одежду на тот случай, когда им нужно одеться, а также купальник, поскольку не на всех экскурсиях одежда не является обязательной. Но нижнее белье или фетиш одежды не будут приемлемой формой одежды на борту. Билеты на круиз продаются по цене от $2000 США за двухместное размещение. Ожидается, что информация о костюмированных вечеринках и мероприятиях на борту будет опубликована позднее. Все мы знаем, что кошки любят коробки. Дело дошло до того, что Мурка из Юты залезла в посылку возврата. Хозяйке не понравился товар, и она решила отправить коробку обратно. Галена, любопытная кошка из центральной Юты, в начале этого месяца неожиданно совершила путешествие через границу штата после того, как забралась в возвращаемую коробку Amazon. Владелица в своем сообщении в Facebook написала: «Галена загадочным образом исчезла. Мы обыскали каждый уголок нашего дома, района, тропы реки Джордан и окружающих нас кварталов в течение недели. Мы расклеивали листовки, но все безрезультатно». Потом раздался телефонный звонок. 7 дней спустя позвонил ветеринар из Калифорнии. Он сообщил: микрочип кошки Галены был отсканирован почти в 1000 милях от города Риверсайд. Сотрудница Amazon, которая работает на складе в отделе возврата клиентов, рассказала, ее коллега обнаружил безбилетного пассажира в заклеенной скотчем коробке в задней части трейлера. Он был наполнен товарами, возвращаемыми в Amazon. Коробка была большой и содержала 5 пар рабочих ботинок. После осмотра ветеринара врач сообщил, не считая обезвоживания и потери веса, кошка была в хорошей форме. Владельцы отправились на самолете в Калифорнию, чтобы забрать кошку. В Нью-Йорке дали зеленый свет введению так называемого тарифного плана по оплате пробок. Это означает, что уже с 30 июня с водителей можно будет взимать плату за въезд в Средний Манхэттен, один из самых оживленных коммерческих районов в мире. Плата за проезд в размере $15 будет введена для автомобилей, движущихся ниже 60-й улицы, в так называемой зоне разгрузки пробок в часы пик. Поскольку взимание платы за перегрузку начинается в полночь 30 июня, с первых пользователей будет взиматься плата только за ночной тариф в размере $3.75. Водителям не придется платить сбор в размере $15 до 9 утра воскресенья. В результате дорожных сборов в зону разгрузки пробок каждый день будут въезжать на 100 тысяч меньше транспортных средств. Это приведет к уменьшению трафика и более чистому воздуху, а доходы, полученные от программы, пойдут на финансирование важнейших инвестиций в транзит. Противники говорят, что сборы являются бременем для рабочих и повысят цены на основные товары, которые доставляются в город на грузовиках. План Нью-Йорка вызвал судебные иски со стороны владельцев малого бизнеса и штата Нью-Джерси, которые требуют более тщательной экологической оценки, прежде чем план будет реализован.
Критики говорят, что это просто переместит пробки за пределы зоны. С грузовиков и автобусов в пиковый период будет взиматься плата в размере 24 или 36 доллара США в зависимости от их размера и назначения. Плата за ночь составит 6,8 долларов. За мотоциклы взимается плата в размере 7 долларов 50 центов, не более одного раза в день. С пассажиров будет взиматься плата в размере $1.25 за поездку на такси, зеленых такси и арендованных транспортных средствах и 2,5 доллара за поездку на Uber или Lyft. Ночных скидок не будет. Исключение включит план скидок для малоимущих, инвалидов. Также все будет бесплатно для машин скорой помощи, городских и пригородных автобусов, а также специализированных государственных транспортных средств. Рейс «Дельта» из аэропорта имени Джона Кеннеди, направлявшийся в Лос-Анджелес, был вынужден вернуться в аэропорт Квинса вскоре после взлета из-за проблемы с аварийным трапом. Пилоты объявили чрезвычайную ситуацию и вылетели обратно в аэропорт имени Джона Кеннеди, где «Боинг 767» благополучно приземлился. Как только самолет сел на землю, сотрудники авиакомпании заметили, аварийный трап больше не прикреплен к самолету и куда или на кого он упал. В «Дельта» заявили, что самолет выведен из эксплуатации и будет проверен бригадами технического обслуживания. Надеюсь, подборка была интересной. Не забывайте написать комментарий, что думаете о том или ином событии. Увидимся в следующих эфирах. Спасибо!